Добрый день, дорогие друзья! Я Колесникова Раиса Сергеевна, заведующая Калагизянской сельской библиотекой Каширского муниципального района. И еще я являюсь руководителем кружка «Мастерок», который существует при библиотеке. В кружке мы занимаемся различными видами рукоделия. Но в преддверии Нового года мы решили изготовить символа будущего года «Белого бычка». И сегодня я хотела бы поделиться с вами своим мастерством в виде мастер-класса, где я покажу и расскажу, как его создать. Нам потребуется шерсть. Мне больше нравится шерсть. Можно использовать любые другие ниточки, но я почему-то нравятся мне они крепче держатся. Ниточки, крючок, безопасные глазки, ножнички обязательно, наполнитель и булавочки. Предварительно, конечно, я связала уже все запчасти к этому бычку. Мне нравится вязать сначала мелкие детальки, а потом уже основное. Я вот связала вот такие вот ручки, так как это игрушка. Мы будем называть это ручками. Ниточки оставляем для пришивания. Это вот ножки у нас. Вот это у нас рожки. Ушки. Тоже с ниточками они для пришивания. И мордочка. Это мелкие детали. В конце я вяжу тело. Вот такое тело. Оно вяжется вместе с головкой. Начинается с головы вязать и туловищем. В процессе вязания мы вставляем безопасные глазки. Потом их, конечно, не вставишь. Когда мы все это связали, набили, сшили и начинаем уже формировать тело бычка. Начинаем прикладывать ножки, чтобы устойчиво сидел бычок. Мы его ставим и прикладываем ножки, крепим его булавочкой. Берем вторую ножку. Вставляем параллельно первой, крепим снова булавочкой. Так, дальше у нас идут ручки. Берем ручки, параллельно ножкам представляем, крепим булавочками. В процессе пришивания эти булавочки, конечно, будут убираться. Так. Ставим вторую ручку, крепим булавочкой. Так, ручки, ножки у нас готовы. Дальше мы крепим мордочку. Равняем, чтобы она ровненько была. Снова крепим ее булавочками. Очереди будем каждую детальку пришивать по отдельности. Так, мордочка есть у нас. Далее мы крепим рожки. Вот так вот мы примерно ставим их, как они должны быть, макушки. Так, второй. Рук. Вот. Вот, да. Готовы. И остались у нас ушки. Ушки тоже мы будем крепить пока на иголочки. Вначале мы соберем, посмотрим, так это или не так, чтобы можно было потом что-то переделать. Никогда сразу не пришиваем. Так, крепим. Еще одно ушко. Вот такой бычок у нас получается. И затем мы начинаем. Я, конечно, с головы рожки пришиваю, затем ушки пришиваю, мордочку, ручки и ножки. И получаются у нас вот такие замечательные бычки.
Я еще украшаю их шарфиками. Можно этого не делать, но мне как-то вот понравилось. Вот такой у нас бычок еще есть, толстячок. Так что дерзайте. Дорогие друзья, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, уюта в доме, теплоты в душе, отрады на сердце и замечательных идей в голове. С наступающим Новым годом вас!